вот оно тельце, хорошее, правильное британское тело. Что касается конечностей, это еще ребенок, а уже сейчас мы видим, какие они мощные. Лапочки округлые. Мы боимся, однако, признаков агрессии никаких нету у девочки. Головка пока развивается. Достаточно правильный профиль с переходом. Щечки. Вот эти щечечки уже потихоньку наливаются. Что касается шерсти. Шерсть хоть и детская, но она уже достаточно упругая. Она уже начинает пружинить, то есть шерстка уже правильная. Вот это вот у нас все уйдет, остаточный рисунок, и будет великолепная, чудесная шерстка. Глазки округлые уже сейчас. А вот здесь вот уже видно, какие будут глазки, потому что они сейчас уже процвели, вот этот тот самый благородный, красивый, насыщенный янтарь, который мы так любим, женщины. Да? Вот это вот.